просто никак не называть. У всех есть имена, фамилии, отчества. Все, пожалуйста, культурные, иначе нам придется попросить... И все-таки по существу, почему Мурзилку пропустили в эту зону? Уважаемые коллеги, я напоминаю, что сейчас идет заседание Федерального бюро партии Яблоко. Это член бюро? Еще раз, в случае, вот этот кто не понял, в случае, если у нас будут выкрики из зала, заседание бюро я предложу объявить закрытым, и вся публика из зала будет удалена. Здесь заседание Федерального бюро партии, а не балаган. Спасибо большое всем за понимание. Спасибо большое всем за понимание. Бюро партии само решает. Бюро партии само решает, каким образом проходит заседание. Не хамите, пожалуйста. Не хамите, пожалуйста. Не хамите, пожалуйста. Почему человек не заполнен, куда? Почему я сижу здесь, член партии Яблоко, а этот товарищ сидит там? Пожалуйста, присядьте вот здесь. Пожалуйста, вот есть свободный стул. Присядьте вот здесь. Если для вас принципиально. Вот здесь, пожалуйста, присядьте. Вы женщине предложили, да? Для меня принципиально, меня не пустили сюда. Это я член партии. Этот Мурзилка не член партии, он находится. Я прошу всех членов партии Яблоко вспомнить о том, что у нас партия образованных, воспитанных людей, которые не показывают на других людей пальцем и не называют никаким образом. За стол не приглашали вас. Здесь идет заседание бюро. Вот здесь есть свободный стул. Присядьте, пожалуйста. Можно я тоже? Я очень плохо вижу. У меня минус 9. Ну, туда. У нас тут смотреть, в общем-то, нечего. Тут все в радиусе визуальной, аудиальной доступности. Все будет очень хорошо слышно. Имеется вся звукоусиливающая аппаратура. И проблем никаких не будет. А смотреть, в общем-то, тут нет. Вы же забрали, что происходит. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, у нас из 17 членов бюро присутствует 12 человек. Мы можем приступить к работе и начать заседание бюро партии «Яблоко». Я вот с сожалением всем тем, кто присутствует в зале и смотрит нашу трансляцию, хочу сказать, что заседание бюро транслируется в электронной партии, поэтому на связи с нами все те коллеги, у которых есть и время, и возможности, и желание наблюдать за работой бюро. Но вот, к сожалению, должна сказать, что еще до того, как я успела сказать всем «Здравствуйте», «Добрый день», вот произошел тут такой казус. Надеюсь, что он первый и последний в ходе нашей сегодняшней работы. Хочу предупредить, что всем тем, кто будет мешать работе бюро криками, вставаниями, хождением по залу, лозунгами, чем-либо еще, мы попросим охрану удалить из зала. В крайнем случае нам придется объявить заседание бюро закрытым и остаться только составом избранных членов бюро. Поэтому надеюсь, что все в этом зале заинтересованы в конструктивной работе, в достижении тех результатов, которые будут для нашей партии наиболее продуктивными, и никто не будет позволять себе какого-то неподобающего поведения. Значит, уважаемые коллеги, у всех на руках проект повестки. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В проекте повестки 4 вопроса, а 5 вопрос разное. Я должна сказать, прежде чем поставлю вопрос на голосование, что членам бюро всем в материалах раздали обращение от представителей фракции «Зеленая Россия», которая просит нам в ближайшем заседании бюро партии внести в повестку дня вопрос
о квотах внутрипартийных объединений фракции партии «Яблоко» в международной деятельности партии «Яблоко». Это обращение у всех есть на руках, вы можете его увидеть. Значит, сейчас увидите в течение ближайшей минуты. Но проект решения по вот этому обращению не поступило, поэтому предлагается этот вопрос рассмотреть в разном. Есть предложение принять повестку за основу. Кто за, прошу голосовать. Нет, попросить, чтобы стало за основу.